Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! На улице пошел дождь. Сегодня мы решили еще раз съездить набрать яблок и груш. Последний раз. Ну, и мы берем вас с собой. Ну, видите, какое красивое яблоко. Обалденное. Вот. А тут, смотрите, какая красота. А? Собирай не хочу. Но уже яблок меньше, чем было. Уже люди прошлись. Народу много. Дедушка уже что-то грызет. А я сорвала для декорации 3 яблочка. Вот так. Идем на ту сторону, потому что нам оттуда удобнее собирать. Мы как-то больше привыкли по той дороге ходить. И опять, смотрите, какая красота. Ой-ё. Вот это красота. Посмотрите, какое яблоко лежит на земле. Видите, розовое. Замечательное. Ветром, бурей помотало их. Вот так. Вообще обалденные яблоки. Обалденные. Прям аж светятся изнутри. Так поспели. Хорошо. Такой розоватый оттенок. Очень красивый. Сейчас посмотрим, как сорт называется. Этих яблок. Так. Что это за сорт? Ага, никакого сорта тут не написано. Все поснимали. Это опять рубинет. Это, наверное, рубинет. Но есть и рубин стар. Рубинет и эль стар. А тут, смотрите, какие сидираты. Подсолнухи. Вот это, скорее всего, красная листовая горчица. А может, капуста. Не знаю. Красиво. Вот так. А вот тут, смотрите, какой красивый горох. Это тоже подсолнухи. Это уже вот досуданка, по-моему, называется. Такие крупные листья. Фацелия. И подсолнухи. И фацелия. Все очень красиво. Целое поле цветов. И еще лен, лен, лен. Не в меня влюблен. Народу в саду много. Все люди собирают яблочки. А сколько яблок валяется на земле, и все это останется так. Очень жаль. Ну, нашла свое любимое яблоко. Красота. Не то слово. Называется мое любимое яблоко Рубин Стар. Будем смотреть дальше. Чем красивее, тем любимее. О, какой красивый цвет. Обалдеть. А? А тут, куда ни глянь, везде красота. А тут смотрите, чего. Ранетка. Горчит. Ну что, надо собирать, ходить и смотреть. Времени нет. Ну вот какие красавцы, а? А вот тут каждое яблочко нужно проверять, чтобы оно было целое, чтобы его никто не гриз. Вот это гниет, а вот это, а тут колени хватает.
когда на яблоке темные пятна, как будто их градом побило, то это калия не хватает. Угу. Эти пусть висят. Пошли дальше. Ой, какие красивые. Все, пора уже разгружаться. Ой, какое яблочное дерево. Красота. Но мимо не пройдешь. Иди, иди. Мимо не пройдешь, такая красота. М? Эти фруктовые плантации такие огромные, что даже не знаешь, где начало, где конец. Ну, конечно, это шутка, потому что мы сюда ездим уже более 20 лет. Поэтому мы знаем, где какие яблоки растут. Давай вот сюда поставь с краю и сходи за машиной. Ну вот столько навертили. Груш не нашли. Сейчас пройду по грушам, посмотрю. Если что-то найду, заберу. А пока пойду посмотрю. Так, я еще хотела посмотреть первый ряд. Что за яблоко растет на самом первом ряду. Так, что у нас тут? Красный принц. Red Prince. Это что? Брайан Боун. Это что? Брайан Боун. Идем до самого последнего ряда. А, Виланд. Это я люблю. Виланд. И Топаз. Топаз я не хочу. А Виланд я хочу. Хотя бы немножко яблок сорта Виланд. Но что-то его тоже абсолютно не видно. Такой запах сброженных яблок. Это те, что упали на землю. И те, которые не упали, гниют на дереве. Имеют такой сброженный кислый запах. Вот так. Ух ты! А там кто? Red Prince, по-моему. Он тут красный. Тоже полно яблок. Летают бабочки. Ну, ничего хорошего я не вижу. Хотя Виланд я очень люблю. Это очень вкусное яблоко. Нету на деревьях, нет ничего. Вот так в этом году жара, все яблоки наши быстренько соспела, и все, и нету любимых яблок. Вот есть нелюбимые, а любимых нет. Вот вам Красный Принц, любуйтесь. Сколько угодно. Вот что делается. Обалдеть. Вот яблоко вилла где-то. Так, мы в этом году лоханулись. Прозевали Ксюшу, грушу. И прозевали... Ну, все равно Рубин Стар. Это одно из моих любимых яблок. Я с удовольствием их ем. Иду с пустой собирашкой. Ну, тот сорт, который мы хотели набрать, мы его набрали. А все остальное купим потом, когда съедим это.
какие красавицы яблочки. На земле лежат. Ой-ой-ой. Ну вот, съездили мы, набрали яблок, правда, одного сорта. Кое-что набрали из декоративных. Декоративные яблочки набрала и набрала каштаны. Каштаны съедобные, колючие-приколючие. Сейчас покажу. Вот такой сегодня у нас урожай. Яблоки одного сорта. Называются они Рубин Стар. Очень крупные, но я и люблю крупные. И завтра Анютке увезем тоже целую палету яблок. А вот это то, что я набрала декоративное. Всякие декоративные яблочки. Видите? Красота какая. Ну, а вот это колючие-приколючие каштаны. Причем они съедобные. Так. Яблочек тоже ежик положила. Пусть грызет. Очень жаль, что мы не застали груши. В этом году такой год. Обычно в это время груши еще всякие есть. Но хотела набрать Ксении. А теперь Ксению буду покупать. У этого же предприятия, но через магазин. Я очень люблю грушу Ксении. И вот как-то так. Я с вами пришло время прощаться. Я прощаюсь с вами. Мои хорошие, на неопределенное время. Я хочу сказать, что следующий ролик выйдет на моем канале 7 октября. Так что всем пока-пока. До встречи 7 октября на канале Север. Это моя судьба. Будьте здоровы, будьте счастливы, оставайтесь со мной. Спасибо вам за ваши лайки, спасибо за комментарии, спасибо за подписку. А если кто не подписался, можете это сделать в любое время. Многие пишут мне, что не могут смотреть YouTube. Если вы отключите Wi-Fi или скачаете приложение VPN, то вы сможете смотреть YouTube без помех. Еще раз пока-пока.